10 апреля закрыли центр, незаконно закрыли и перевели его якобы в ДГП 39, где он находится на трех этажах. Разумеется, это поликлиника. Туда приходят там дети, это там амбулаторное лечение. И туда, в эти же кабинеты, приходят лечиться дети амбулаторные. То есть дети, только что перенесшие заболевание, находящиеся в подострых состояниях. В итоге наши дети здоровые, приходящие на реабилитацию, общаются волей-неволей с детьми, находящимися в подострых состояниях. И, соответственно, у нас уже огромное количество заболеваний. Вот даже сейчас, в общем-то, у меня практически все мои друзья и знакомые, у всех больны дети. Полинос, лор проблема, аллергия, бронхолегочные проблемы. Все, мы сейчас... Ну, в конце концов, мы пришли к некому общему знаменателю, что надо получить ответ и на этот вопрос тоже, хотя, видимо, этот вопрос уже решен безвозвратно, и восстановление работы ЦВЛД на прежнем месте ожидать уже не приходится. Подождем, значит, подписи у нас приняли, там около 500 подписей получилось в итоге, проблему это взяли в работу, Евгений Леонидович при нас дал поручение своим подчиненным провести работу, разобраться, ну посмотрим, что дальше будет.